Измерить рост. Маленький, не подходишь. Маленький. О, идейка. Раскусила. О! Низенький или что? Вау! Вырос? Ну, проходи. Класс! Ой-ой-ой-ой.
расту. Теперь я точно вырос. Ух ты, точно вырос. Подпишись на мой канал. Ням-ням-ням-ням-ням. Присоски слушает. Ларишка, выезжаю. Окей. Ням-ням. What? Yeah.
долго и счастливо! Мама, я хочу малышку! Скучно! Малышку? Нет малышки! What? Ты что-то заказывал? Нет, а ты? Я нет. Oh, no! Та-та-та-дам!
Давайте-ка я вам расскажу историю про зубастика, который не чистил зубы. Ну что, Никитка, знакомься. Это мистер Зубастик, и он плохо чистил зубы. Смотри, что с ним случилось. Никита, а ты знаешь, что это такое? Это микробы. Что нужно сделать для того, чтобы избавиться от микробов? Почистить зубки и плохие мурить. А давай с тобой будем избавляться от этих монстров. Приступаем к почистке. Молодец, убирай этого микроба. Так, еще вот микроб. Ах, он какой зубастик. Вечером, наверное, зубы не чистил. Вот у него с утра микробы на зубах и вылезли. О, Никита, смотри. Оказывается, на зубах еще и сзади бывают микробы. И здесь. Давай я зубик держу, а ты монстрика счищай. Ох, какой он прилип очень сильно. Отличная работа, посмотрите. Микробов мы убрали. Но что же такое у нас осталось в зубах? Это калиф. Как же мы его будем убирать? С помощью этого. Давайте, с помощью бура лечите. Давай с вот этого зубика начнем. Запускай мотор. О, сверли. Нам нужно все вот это коричневое высверлить. Вот, молодец. Стоп. Давайте-ка я удалю этот кариес. О, вот сколько кариеса мы вытащили. Шучу, мне совсем не больно. Теперь нам нужна пломба. Так, как же мы делаем пломбу? Накидываем сюда. Этого. Да, с помощью этого. Давай, открывай. Смотрите, мы положили пломбочку. Сейчас мы эту пломбочку с зубиком поместим вот сюда. Так, Никиточка, нажимай. Делай. Опа, все, открывай. Пломба должна прилипнуть. Видите? Пломбочка прилипла. Вот она. Смотри, а вот здесь совсем легкий кариес. Его можно счистить щеточкой. Давай, попробуем. У меня уже почти здоровые зубы, осталось 2 больных. Сейчас доктор Никита мне их долечит. Теперь нужно доделать пломбы, и мистер Зубастик будет здоров. Ты вот в этот зубик сделаешь, а я вот в этот зубик сделаю пломбочкой, хорошо? Я вот так накладываю. Да, ты прав. И вот так. Пломба маленькая. Ура, я здоров, у меня теперь целые и чистые зубы. Ребята, помните, зубки нужно чистить 2 раза в день. Утром и вечером. Ну вот, теперь вы узнали, как важно чистить зубы. А сколько раз нужно чистить зубки в день? 2 раза в день.
куклам и ветилам. Пойдем почистим зубки. Ребята, чистите зубки. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всем пока-пока!